Сегодня у нас уже 20 декабря. Спускаемся с Бама. Тут такая чуть-чуть разбитая сейчас уже дорога. Шел ремонт здесь. И поэтому дорога разбитая. Но скоро сказали, что будут здесь тоже делать ремонт. Должно быть люкс, как и дальше. Да. Так, тут у нас есть люди. Идем на остановку. Лужа. Лужа, лужа. Так, открываем передние двери. Включил отопление для наших пассажиров. Удачи не надо. Так, погнали дальше. Никого нету, можем потихоньку выезжать. 20 сегодня декабря. Время 1:57. Я сейчас вот с Бама еду в Дралце на обед. У меня там будет обеденный перерыв. Но не там, а вернее в автопарке. В автопарке у меня будет обед. Длится он у меня 2 часа. Валерий Иванович поехал. И обед длится 2 часа. Обедаю я чаще всего у себя дома, потому что мне очень близко с парка и домой буквально 200 метров. Так, рассчитываются с карточкой. Поехали дальше. Рассчитывается с карточкой, так что едем далее. Вернее, не карточкой, вижу смартфон. Стекло, кстати, грязное. Вот как меня слепит. А омыватель я вчера забыл залить. Он у меня закончился вечером, а залить я забыл. Короче, ребята, неприятно. Ну, может, сейчас я где-нибудь сполосну с бутылки. И будет хорошо. Добрый день. Возьмите. Так, значит, складываем. Мелочь возьмем. Раз, секундочку. Так, раз, два. Так, хлопец там зашел. У вас за один, да? Так. Все, спаковали, двери закрываем. Ждать нам тут уже особо нечего. Дякую. Может, еще тут подвинуть историю? Еще девушка лежит. Пожалуйста. Так, потихоньку. Говорю, опускаемся. Так, а тут вода льется из люка слева. Вон. Видимо, что-то прорвало. Хоть здесь был и ремонт, и асфальтового покрытия. Всего. Ага, и слева, и справа тоже. Странно, очень странно. Почему такое случилось? Почему такое приключилось? Тут открою и спереди двери, и средние, потому что там с пенсионными у нас тут часто заходят. Поэтому... Пенсионного ведете? Так, так. Так. Так, бери. Точки там. Мелочь сюда сложим. Сейчас будем ею тоже рассчитываться. Ну, спасибо. Так. У вас один, так? Да. Извините. Тут квиток. Я куплю.
улице. Больше вроде никого нету. Все уселись. Идите сюда. Да. Еще одна женщина заходит и все. Пожалуйста. Солнце ушло. Хорошо, вон она. Она меня так слепила, слушайте, сильно вообще. Ну все, погнали вниз. Отпускаем газ тут. И спускаемся вниз. Здесь нажимаем буквально чуть-чуть на тормоз. И у нас автоматом ретардер срабатывает. Ага, тут что-то случилось. Кто-то разбил стекло. Вон, видите, упало стекло откуда-то. Они его грузят в машину. Стекло. Ребята, давайте, может, мы еще успеем на зеленый. Может, и... Добрый, заходите. Так, никто не выходит. Я бачу, бачу, да. Такой склад 5000. Заходите, заходите. Уже мы... Вот и уже мы не успели. Да. Volkswagen. Вез стекло, и оно упало. Видимо, шнурки. Оно же стекло острое. Шнурки разорвало, и все. Так, запись идет. Идет. Шнурки разорвало и готово. Так, пятерку сюда, рублики сюда. Будем сейчас использовать копейки. Тоже на сдачу. Неприятно, да, вон целое здоровое окно. Ребятам в лед. А маршрутчик и не видит, что здесь такое. И едет туда. Пойдет сюда. Не очень-то хорошо здесь так вставать. Ну, что делать? Обережно. Я мушу их. На желтый уже смотрим за... Слева Шкода, чтобы мы ее дальше едем. Да, раз дам вам сдачу. Так, идем на остановочку здесь. Тут у нас слева уже уложили шашку. Теперь укладывают справа. Будет красота. Красота вам. Так, кто-то выходит, да? Москвики я бачу. Извините. Так, да. Так. Извините. Так, да. Так, пятерка сюда. Мелочь сюда. Я уже, кстати, опаздываю. На 3 минуты опаздываю. Как у нас тут говорят, эзнемьоу. Это значит, это нехорошо. Немьоу — это на венгерском языке. Эзнемьоу. Новая скорая Volkswagen Crafter. Вернее, не скорая, а реанимобиль. Оп. Запись сколько идет у нас? Интересно. Так, ты что-то уснул, да? Что-то с ним случилось. А, заглох и разглох. Запись идет уже 10 минут. Так, ну и девочку мы пустим. На джипе. Давай, давай.
Она шустрая, вот, раз, два, газ, и все. Брынь, и пошла. Смартфон закрываем. Вчера раздавали мы, в общем, сладости школьникам и детям. Я раздал все примерно часов до 4 с копейками. Я уже все раздал, все сладости. Так, тут основной никто не выходит. Нет, выходит. В основном пенсионном. Так, чекает 10 и 2. Извините, нет. Так, закрываю там двери, чтобы не сквозило. Извините, нет. Все, отчаливаем. Движемся дальше, на улицу Загорскую едем. Включим наш поворотник, который пищит за всю печаль. Так, и вот мы уже практически на Загорской. Дает назад Chevrolet, мы успеваем. Здесь редко кто к нам идет. Так, ну посмотрю в камеры, никто не выходит, поэтому спокойненько проезжаем. И на остановке там никого не было. Едем дальше спокойно и можем уже мы спешить, потому что спереди у нас красный свет. Красный свет светофора. Так, сейчас вот остановимся, и я смогу глянуть смартфон. Может, вспомню что-то, что еще я фотографировал. Вроде как ничего такого не случалось. Что-то я не успеваю глянуть, ну и все. Нет, так нет. Скоро будет отдельное видео, ответы на вопросы. Отдельно будет одно видео с голосом, или даже два. Одно я уже сделал, но еще нет. Осталось там мой голос добавить. Так, никто не выходит? Выходит. Раз, два выходят. Понятно. Секундочку. Возьмите такую. Мой голос осталось там добавить. И все, так, поехали. Никто к нам больше не бежит. Не бежит. Вообще-то у меня есть много планов, что снять, как снять. Уже я бы сказал, что оно все расписано. А времени у меня можно сказать, что нету, потому что и работа времени отнимает, и семья, и дом, и все остальное. Времени, в общем, на все не хватает. А теперь еще такая ситуация, что нам сказали, что надо вакцинироваться. А мы, честно говоря, очень этого не хотим. Очень-очень. Я, по крайней мере, рисковать не хочу. Так, тут у нас должны быть все с удостоверениями. Обычно идут там школьники. Да, раз. Добрый-добрый. Заходит.
Так, средние закрываем двери тоже, там уже все вышли. Бегаем. Да, по тут я. Возьмите сюда. Так, двери закрываем. Бегаем. Обережно. Никто этого не хочет, и рисковать я тоже не хочу. Потому что, ой, что-то мне не верится, что власти так резко начали о нас беспокоиться. Главное, о нашем здоровье. Я в это не верю ни секундочки, ни сколечки. У них что-то иное, что, скорее всего, всемирный сговор. Всемирный сговор, чтобы сделать всех нас управляемыми. Это вот они сказали, что сейчас вакцина, завтра еще что-нибудь, а на послезавтра из дому не выйдешь без желтых штанов, например. Так, эта девочка здесь стала? Нет, это мужчина тут стал на остановке. Ну, видимо, он не знает правил. Так, сейчас. Видимо, он не знает правил дорожного движения. Но у таких надо права мгновенно отнимать. И в ГАИ на пересдачку. Ребята тут с какой-то штукой стояли, желтой. Интересно, что это такое? Может, кто-то со службы газа или еще что-нибудь? Непонятно было, в общем. Непонятно, но очень интересно. А здесь вот, кстати, на этой улочке, мы можем увидеть, как автобус вот наш идет. Она тут вся такая не извилистая, а горбистая, не знаю, как это сказать, горбатая, горбунковая улочка, которую, кстати, тоже будут ремонтировать, вот как и нашу улицу Капушанскую. Так, тут у нас выходит, извините, и одна женщина зашла. Все, дальше закрываем. Левый поворотник, потихоньку, аккуратно стартуем, но спринтер еще хочет нас тут вклиниться и обогнать. Видимо, спешит. Видимо, человек опаздывает. Что ж, мы его увидели, заметили. И простили, пускай идет себе дальше. Елки у нас вон выставляют уже к Новому году. Но цены там такие, что вообще. А елки из Европы. Но цены, насколько знаю, от в долларах от 40, что ли. А вот реанимобиль. Добрый день. Осторожно, поехали. Никто у нас не вышел, но... Так, шкодовка сказала спасибо и поехала. Яков, 1 гривну нам дали. Будет гривна в разменном фонде. Тут я глянул, все, перестраиваемся в левый ряд. Так, здесь у нас кольцо, колечко, колечко, кольцо. Но тут вот я и не знаю, что здесь, левый включать или правый включать.
тут, в общем, непонятно, как ехать. Я запутываюсь тут вот. Как-то неправильно здесь оно организовано. Так, надо включить уже и мне отопление, чтобы чуть-чуть у меня нагрелось. И паркуемся на остановочку. И выключаю, чтобы было слышно. Так, у нас все выходят. На задние и на средние двери тоже. Извините. Так, не успеваю билеты раздавать. Так, у вас за один, да? Да. 5, 2. Извините. Так, задние закрываю, средние. Один, да? Извините, дякую. Так, и спереди тоже закрываю. Оп, я не знаю. Обережно. Вы центр едете? Нет. До України? Рядом. До України? Да, да. Рядом едем. Два, да? Дякую. А Василий пошел, насколько знаю, на обед. На 18-ке, но почему-то он не включил депо. Ну, получается. Ничего такого здесь в этом нет. Так, я смотрю, что я опаздываю. Опаздываю на 2-3 минуты. Примерно так. Спереди нас, кстати, осенизаторская машина. Осенизаторская машина. На базе КамАЗа. И номер есть 050-560-05-45. Можно звонить и заказывать откачку кое-чего. Так. Покрутимся на кольце. Нажимаем здесь на педаль газа и правый поворот. Так, там у нас женщина со школьником идет, мы им уступим. Аккуратно так встанем. Нажмем светофорный. Немножко можно расслабиться. И потихоньку, аккуратно нажимаем на газ. Чтобы плавненько ехать. Здесь устанавливают еще все. Ремонт, вернее, заканчивают. Так. И открываем все двери. Тут вроде как на все выходят, если вижу. На задние нет, закрываем. Так. Так. 8 гривен и 1 гривну фонд, разменный фонд. Закрываем все двери. Вроде как все уже вышли. Левый поворот. Поехали на остановку. Следующую остановку. Тут надо аккуратно смотреть, потому что у нас редко кто нам уступает. Поэтому надо быть очень внимательными. Аккуратно. Так, 38-й маршрут. Ты кто там? Мой бывший напарник, дядя Витя. Помашем ему. Так, а теперь у меня другой напарник. Так, и тут останавливаемся. Включаем правый поворотник. Уступим пешеходам, потому что они уже вышли на путь. Так, школьник еще бежит. И вот протягиваем в самый конец. Самый вот сюда.
Потому что вот так и надо останавливаться. В самый конец остановки. Не посередине, не сзади там, а в самый конец. Это, кстати, надо всем знать. И маршрутчикам, и автобусникам, и малым, и великим. Хорошо, доброе. Так, там сзади столько. Рядом. Мы из Минайської уходим вправо. Ну біля п'яного зупиняєте. Да, так, конечно. Так. Беріть квитки такого ж тут. Зараз тебе візьміть. Тут. Квиточки. Де вони пішли? Також. До культури доїду? А то де? Інститут культури. До п'яного зараз. Да, так. Візьміть. Так, закриваємося. Візьміть. Отопление там работает. Так, где-нибудь сюда сложу, это сюда. Секундочку, быть может, секундочку смотрим и потом уезжаем. Время 14.22, отправка с вокзала в 14.31. Может, еще кто-нибудь к нам добежит. Так, а сколько времени мы записываемся? 26 минут, ребят. Вот пока есть одна секунда. Так, гляну по фоткам. Вот эти конфеты, что мы раздавали. Сын мой мне поставил там задание, зашпаклевать стену. Расцветы были шикарнейшие. Обожаю их смотреть. Были мы, покупали салютики чуть-чуть, и там на Швабской у Ани шикарнейшие картины, шикарнейшие. Мне они очень-очень понравились. Ну, в целом, все такого нового. А, еще у нас елку у нас установили в центре. Искусственную, кстати. Артур вот запотерял ученические 16-й школы. Такую вот перевозили ребята для сауны, для бани, печь. И снег есть уже у нас в горах. Вот и все новости. Там еще кто-то, смотрю, бежит, спотыкается. Не знаю, к нам или нет, или не к нам, или на восьмерку. И мы сейчас уже уезжаем. Я всем скажу. Ребята, и вам тоже до свидания. Всего хорошего. До скорых встреч. И дальше должно быть интереснее. А не так, вот как сейчас у нас, что мы едем на красный свет. Должно быть всегда зеленый. И интереснее. Ну какая Авдюха. Опять и диски такие. Для низкопрофильной резины. Все. Полный газ. Ну, не такой уж и полный. Вот Володя Б. Володя Б. Один из наших лучших, между прочим, водителей. Ну все, ребят, всем пока. Чао-чао. А мы поехали дальше.